Всем привет, ребят! С вами Женси, а мы продолжаем играть в Cloudberry Kingdom. Значит, мы продолжаем нашу повесть, там уже становится все слишком тяжело, так. Что? Эй, я что-то нажал, у меня слетел мой супер идеальный персонаж. Не хочу. Что, мозг? Вау. Патриарх, что это было? Давайте еще раз его как-нибудь круто настроим. Цвет... Давайте белый, в тот раз у нас был ниндзя, теперь будет белым. Так, борода клином суровая, Манхэттен, клинок. Я хочу Манхэттен, мне жутко нравится Манхэттен, она крутая, согласитесь. Шлем викинга, огненная голова, так, рога, пузырь, цилиндр. Вот так вот выглядит неплохо, согласитесь. Так что погнали, плащ. Плащ сделаем, ну и ниндзя не хочу, вот, ярко-белый, и подкладку. Подкладку, желтый. В принципе, подкладку белый как-то на него. Хотя давайте. У нас Манхэттен, все дела. Так, продолжить. Где-то 47 уровень я остановился. Так, я давно уже, кстати, не играл. И продолжается наш дикий ад. Кстати, как-то я в первый раз прям слишком жестко прошел. Но я так понял, здесь... Просто нужно быстро бежать, и тогда... Ладно. Я был неправ. Простите меня, пожалуйста. Что за... Так. Ну все, начинается, как бы... Ну, вот теперь я перед ним, как играть... в Cloudberry Kingdom, я буду просто часами разминаться. Потому что, вот вы видите, так... Сохранение! Есть! Фух, я думал, что уже все. Аккуратно. Ну все, я уже чувствую, что я не победим, потому что я забрал сохранение... Хотя нет, я еще не чувствую, но... Кстати, вот когда не долетаешь до последних частей, это очень не здорово, я считаю. Так, кыш. И, конечно, музыкальное сопровождение тут так в тему. Аккуратно, ну все, пожалуйста, идеально. Как бы чувствуется профессионализм. Я снимаю это сразу после Rogue Legacy, так что... Ну, в принципе, управление на джойстике здесь очень похоже, на прыжок, и, в принципе, здесь кроме прыжка-то ничего, собственно, не надо. Двигать джойстиком и нажимать сохранение. Я не могу его пропустить. Ну все, у меня есть сохранение, я чувствую себя как там-то пройти. Что за? А, сверху, да? Хорошо. Идеально. Так, ага, тут придется прыгать по вот этим вот молодым созданием. Так, ладно, что я не разогнался перед прыжком. И опять не разогнался. Или разогнался. Так, раз. Теперь перелетел. Что за фигня здесь происходит? Кстати, мне кажется, этот уровень очень тяжелый, потому что его-то как-то... Сохранение! Я не могу его пропустить. Оп! Ай, плевать, что я упал, у меня есть сохранение. Ага. Я думал, что в этих мух, когда врезаешься урон, не получается. Ага. Ну все. Здесь, собственно, просто. Это вам не уровень с 1000 лазеров или 43. Господи, как же я его ненавижу. Там, по-моему, дальше еще сложнее уровни будут. Как же я не хочу до них доходить. Я просто представить себе не могу, что... Там, кстати, 50 уровень, должна же вроде меняться там какая-то локация. Ну что? Совсем не хочет меняться, да что такое. Но тут вроде до сохранения не особо тяжело дойти. Ну, если я не ошибаюсь, конечно. И вот эта вот штука меня не убьет во второй раз подряд. Так. Такую еще... Это, ехидная улыбка у них, вот этих вот ребят. Так, ага. В общем, когда я допрыгаю... Что-то я заикаться, что ли, начал? Когда я допрыгаю до... Третьей ехидной улыбки, то меня ждет сюрприз, потому что оно все время до меня достает. А мне это не нравится. Кому это нравится? Это никому не нравится, наверное. Так, вдруг... Какая же здесь музыка? Это просто шик. А, я думал, я успею на краке-то. Ну что-то надо просто бежать. Хорошо, что как он вообще прыгает на колесе? Это ж физика к чертям. Так. Да что такое? Колесо это очень тяжело. Двойной прыжок, джетпак, ничто по сравнению с колесом. Так, мы будем чуть-чуть ждать перед прыжками, как медленно все это делать, потому что. Вот почему. Так, сохранение. Дайте мне сохранение, и я буду чувствовать себя спокойно. Все здорово, у меня есть сохранение, и это как минимум хорошо. Все. Yes! Даже идеально прошел. 15 смертей, что?
Боб Малютка? Что? Боб Малютка. Но, собственно, прыгаем мы, по-моему, так же высоко, да? Ну и здорово. Боб Малютка. Как я себя чувствую немножко неловко. То, что я Боб Малютка. Это то же самое, что играть за карлика в Rogue Legacy. Но своих плюсов здесь нету. Я чувствую себя каким-то Бэтменом. Ну, даже я больше скажу Суперменом каким-то. То, что он так, оп, поднимает руку и взлетает так высоко, что прям жесть. За Боба Малютка очень неудобно собирать кристаллы. Вот это я вам скажу. Так, так, ай! Ладно, собрался Боб Малютка. Ладно, и все кристаллы здесь собрать действительно сложно. Да что такое? Так, тут, так. Есть, есть, есть. Аккуратно. Сохранение, я чувствую его. Так, назад. Оп, оп. О, как он взлетел-то. Долечу. Здорово. О, здравствуй. Боб Малютка не боится вот этих препятствий. Вот это мне нравится в Бобе Малютке, ему вообще плевать. Потому что он очень маленький, и вот эти вот булавы, такие вот, так их назову, они тебя просто не достают, потому что ты Боб Малютка. Ну, Боб Малютка, я бы не сказал, что она особо сложная. Как бы колесо было в разы сложнее, но действительно. Интересно, что-то дает дождь, или это просто как бы, для красоты? Так, так, сохранение. Главное сохранение, получите все, на остальное мне плевать. Такой вот я. Так, не достал немножко, совсем чуть-чуть. Ты тебе перелетел, ага. Так, так, так. Вообще, как-то, в принципе, возможно достать до вот этого вот нижнего, веселого, двухзубого парня. Потому что, по-моему, на него сложно достать. Так, мне нужно на насекомого, и вот так вот, прям аж отпрыгнул от него. Уровень 55. Так. Я так понимаю, после 40 уровня я закончил вторую главу, это, соответственно, значит, что на каждой главе по 40 уровней. Вот так вот. Мне интересно, будет... А, там сохранение. Интересно, будет ли какое-то продолжение сюжета, там заставочка, все дела. Просто начальное, как бы, начало всей игры мне, собственно, понравилось. Там бесшейные, крутые ребята. Так, так, здорово. О, как-то у меня вообще хорошо тут все зашло. Действительно. Раз, раз. Пожалуйста, пожалуйста. Так. 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 Ах, черт побери. Да ничего страшного. Вижу, специально как будто врезаюсь. Но я не специально врезаюсь, поверьте уж мне. Так. А, немножко не достаю. Что такое? Собрались. Так. Ну вот эти вот, их слишком много, до них тяжело достать, ну действительно. Так. Ага, еще надо контролировать, когда будет появляться дух, то есть это... Это сложно. Это действительно сложно. Так, есть, есть. Так, контролировать, когда появится дух. Сейчас, прыжок. Чуть-чуть не достал, черт побери. Сохранение, я уже видел его. Но это мне не помогло. Раз, раз, сохранение, сохранение, да, все, у меня есть сохранение. Мне плевать на все, у меня есть сохранение. Как же я обожаю сохранение. Так, 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 так. Тихо, ну как, я там не мог, то что я не... Так, ладно, нужно именно не двигать джойстиком, потому что ты падаешь на вот эти вот... Магические, да вот чертов двухзубый... Шипастик. Давайте называть меня шипастик. Ему идет шипастик. Потому что я вот действительно из-за вот этих вот... Из-за крайнего шипастика не могу достать до определенной платформы. Хорошо, что здесь нельзя... Ну, то есть можно умирать сколько хочешь. Есть тип такой, называется аркада. Я в нее тренируюсь перед повестью. И там, допустим, вот проходишь до какого-то уровня, у тебя там определенное количество жизни, там за время нужно успеть. Мы... Потом, может, когда пройдем игру, в нее поиграем. Так, здорово. Ага, уровень 58. Много лазерей, много крутилок, но в целом проходимо вроде бы. Сохранение, дайте мне его.
Здорово. Есть сохранение, больше нет, ничего не нужно. Сохранение — это главное во всех играх. Ну вот, игры без сохранения — это вот старенькие, там, на Денди. Но они были крутые. Они были крутые. Я помню, как с братишкой целыми днями рубил в Чипи Дейла. Это было здорово. Так. Уровень... Что? Я даже не успел прочитать уровень, как меня убила платформа. Очень неприличная платформа. Платформа, стоило бы извиниться, на самом деле. Вот такие действия, как бы, они вызывают у меня разочарование. Да что такое? Дайте мне сохранение. Так, оп. Ничего страшного. У нас есть сохранение, это главное. Больше мне ничего не нужно. Сохранение — это главное. Разбег, прыжок! Боб-малютка. Боб-малютка. Он похож на такого аристократа какого-то. Похож ведь, чего? Ну, я вот так сделал, такой, в белый. Манхэттен. Я буду всегда себе брать усы Манхэттен, потому что Манхэттен — это круто. Раз, раз, раз. Где я? Здорово. Здорово, мы сможем забрать сохранение. Это круто. Без сохранения тут не проходить никак. Вот, взял сохранение, чувствуешься как-то уверенно. Все проходится легко, потому что ты взял сохранение. А я не понимаю, что за глюк. Мне написано, что я один раз умер. О, классический опять. Опять снова классический. Так, и теперь мне жутко непривычно, на самом деле. Из-за того, что я классический, а не боб-малютка, я не могу свыкнуться. Я как-то выше прыгал, по-моему. Ага, не достаю, да? Ну вот по этим облакам нужно очень быстро, шустро прыгать и стараться на самый край их. Потому что, там нужно было на платформу, понял вас. В принципе, можно по облакам, можно по платформам. Или, ты еще провалишься сквозь них, черт побери. Нужно прям очень быстро успевать на эти облака. Так, дайте мне, пожалуйста, мои монеточки. А в любом случае, мы можем сделать вот так вот и купить себе что-нибудь. У меня 1800 монет, и я могу что угодно себе купить. Давайте на следующем уровне, ради интереса, возьмем за 160 вот эту вот штучку. Интересно, как она работает. Ну, на этом уровне просто мы уже прошли до чекпоинта, и не особо хочется тратить 160 монет. Я знаю, что вот здесь уже финиш. Так, давайте попробуем указывать, как пройти уровень во время игры. Ага. Понял, нужно двигаться за этой фигней, да? Так. Что-то он все равно меня попал. Ну-ка. Это даже сложнее. Ну ладно. Зачем еще взял-то? Так. Я буду проходить своим чередом. Нафиг мне это все. К черту. Так, теперь эта штука меня даже напрягает немного. Я не могу сосредоточиться с ней. Так. Так. Ты обманщик! Чертов шарик обманщик! Он обманывает меня. Потому что он обманщик. Вот так вот. Он слишком быстр. Я ненавижу этот шарик. Так, при смене музыки у меня упал FPS. Что за досада? Ага. Зачем еще купил эту фигню? Давайте купим еще что-нибудь. Давайте купим... Включить, выключить. О, давайте выключим. Такой шик. Давайте возьмем замедление времени. По-моему, это еще сложнее проходить. Ну что за бред? Какие-то не очень здесь подсказки. Мы будем танцевать. Ладно, пойдем. Так. Так. Чемпион. И назад. Ага. Господи, как же это долго нужно все проходить. Знаете, под эту музычку так в слоумо. Очень хитро. Так. Оп. Просто мастер у ворота. Так. Ах, как сыграл в этом моменте. Эх, черт. А давайте еще, знаете, что делаем? Давайте еще включим. Вот так вот. Нет. И что, заново нужно покупать? Меня обманули. Меня все время обманывают. Что за досада? Почему меня обманули? Будем просто проходить как-нибудь. Зачем я вообще потратил кучу всех кристалликов на эту всю фигню?
Просто залазишь, перепрыгиваешь. Я уже привык. Подсказки еще какие-то. Ну, с чертям, что с вашими подсказками, господа. Так. Мне уже начинает надоедать этот уровень. Я даже больше скажу, он начинает меня бесить. Да, я начинаю что-то бесить, я начинаю кричать, потому что меня что-то бесит. Вот как сейчас, допустим. Как я вообще? Давайте просто бежать. И вот я сейчас мог остановиться и пройти. Ладно, мы будем просто бежать, как профессионалы, как в начале, знаете, бывает такое. Вот. Ну, вряд ли, знаете, если вы только не играли. Там в начале показываются самые сложные уровни. И не просто адовые. Мне интересно, сколько еще частей я продержусь, если вот это только вторая глава, их там 8. Угу. То, как бы, что будет дальше? Я неловкий. Я ненавижу этот уровень, он какой-то не очень. У меня же воротка Манхэттен, что за дела? Я взял ее на удачу. Так, я как чесал глаз и что-то бежал в это время. Ой, да пофигу, проходим просто. Ич! Аккуратно, аккуратно, аккуратно! Как я далеко дошел! Да, это мой шанс получить то, что я хочу. Ей! Ага. Ну все, собственно, я как бы знал, что я это пройду без особых усилий. Я как бы не напрягался, честно говоря. Я делал вид, что напрягался, но вы же знаете, я могу такой вот обмануть вас иногда. Ну давай же! Есть, 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 есть. Я так, знаете, действительно как Бэт. Да что такое, чертов жук колорадский. Так. Оп. Да что такое? Бред. Так, 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 танцуем. Это придаст нам удачи. Пожалуйста, пожалуйста, танцы всегда дают тебе удачу. Танцуем, танцуем, танцуем. Оп, 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 танцы, танцы. Оп, и пожалуйста, пожалуйста. Давайте, давайте. 63 уровень, этим меня не напугать. 63 уровнем, они задумали меня напугать. Так, танцуем. У-ху-ху! Все, пожалуйста, мы очень просто проходим уровень, когда танцуем. Это как бы дефолт. Тут ничего удивительного, я танцевал, значит уровень пройден, собственно. Ну вот это небольшая неудача, но как бы танцы помогли мне осознать всю правильность прохождения этого уровня. Ич! Ну все, это танцы тут. Бесспорно, ребят, без танцев я бы не справился. Так, оп, оп. Пожалуйста, танцы. Ну все, в общем, я понял смысл прохождения. Это все для меня. Танцуем. Уч-уч-уч-уч-уч-уч. Так. Так, оп, оп. Манхэттен. Черт. Вот были бы действительно полезные вещи, если бы они там, допустим, останавливать вот это вот... крутящуюся фигню, там, не знаю, делать призраков, чтобы они не были иногда, всегда были видимыми, чтобы оно там и стоило, допустим, подороже. Но они же нет, они дают чертово замедление времени и шарика, который тебя троллит. Так, кыш. Ну что за бред? В общем, о, эта песня мне нравится. Давайте послушаем ее так, секунд 20, я помолчу и постараюсь пройти этот чертов уровень, а вы послушайте музычку. Черт. Ладно, все, мы прекращаем молчать. Да что так такое? Такое! Да, у меня уже случился взрыв. Вы понимаете, да? Так, 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 я вижу тебя, мое спасение, это не сохранение, а спасение, так, ну ничего страшного, у меня же есть спасение, правда, ребят? Эй, призрак-обманщик! Мошенники, обманщики! Ну-ка, а на этот... Он же вроде горит. Чего я не могу на него взлететь-то? Так. Так.
Так, так. Короче, если просто быстро бежать, то ты уникаешь всех... Всех... Короче, уникаешь ты всех. Ты ничего не боишься, если быстро бежишь. Mm-hmm. Вот, что я хотел сказать. Так, ладно, ребят, мы еще немножко станцуем и на этом закончим эту серию. Всем спасибо за просмотр, с вами был Жень Си, это был Cloudberry Kingdom. Пока, ребят, и, конечно же, удачи! Удачи вам! Пам-парарам-пам-пам.